24 ноября ассоциация «Колыбель» широко отмечает День матери. Активисты проводят праздник с розыгрышем и подарками для многодетных. В этот день приглашены около сотни человек. Мамам предложат поучаствовать в показе мод и воспользоваться услугами стилистов, визажистов и парикмахеров, причем совершенно бесплатно. Также в программе чаепитие и беспроигрышная лотерея. Такой сюрприз для мам «Колыбель» готовит второй раз подряд. Пока мамы будут заняты, их малыши тоже найдут чем заняться. С ними будут работать аниматоры, и ребята смогут своими руками сделать подарочки. Им часто в череде домашних забот, суеты, просто не хватает времени на себя. Они все поглощены заботами о детях, о своей семье. И вот такое время, когда деток забирают профессиональные аниматоры, а мамочка может посвятить время себе, своей красоте, отдыху, общению с другими мамами, к сожалению, выпадает не очень часто. И мамочки всегда очень рады такой возможности выйти в свет и посетить такие процедуры красоты.